Гарри Поттера и философский камень. Вот, мы ищем ингредиенты для снега. Поехали. С вами Казуку Фэмили. Они падают, падают, падают. Ну давай. Ёппарасете. Дан 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 дан. Амора, у лукоморья дуб зеленый, давай. Сейванушечка. Так. Опа-на. Щелк. Щелк. Мы знаем в жопе толк. А? Ой, нет. Это кровавый барон. Твою мать, ты чё, мужик? Я думал, он безобидный. Суки. Вот дрянь. Смертный орден, мухаму. Вот вы черти. Пошел в жопу. В жопу пошел. Ты чё думал, я тебя не достану? На! Черти. Жабка, иди сюда. О, да, детка. Наркотическая жабка. О, это шо? А вот это похоже кора рябины обыкновенной. Да-да-да, я сейчас что-то начну делать, и какая-то хрень приключится. Как всегда. 338 конфеток у меня, я люблю тебя, потому что у тебя нету ни хрена. Так, стоп. Ну и звук, как будто ты отперделся, Гарри Поттер. Не нравятся мне эти звуки. Вингардиум Левиоса. Так. Вингардиум Левиоса. У меня нет друзей. Ну. Вингардиум Левиоса. Забираем. Стоп. Вингардиум Левиоса. Так, стопешечки. И все? Ладно, я думал, будет сложнее, но... Ладно. Ладно. Что? Что за загрузка левака? Твою мать. А это двигается? Или только то двигается? Ой, блядь! Я не знал, что со временем все двигается. Твою мать. Давай, открывайся. Давай, блядь. Да когда ждать-то? Нечего ждать, надо угадывать. Давай, нахуй. Давай, блядь, а то пизда будет Гарри Поттеру, блин. Так, стоп. Это типа мы еще не добрались? Люмас, хуюмас, давай. Тупо до звезды? Серьезно. Тупо до звезды, да? Звезда, звезда.
Звезда, звезда, по имени Солнце. Неспроста все это. Я так и думал. Такс. Пук, звук, веселый чпук. Так, а чё, как мне? Я должен удачно прыгать. А то... Вот об этом я и говорил. Ещё б чуть-чуть, и было бы... Шашликам она. Ну. Угу. Только, пожалуйста, не выключись не вовремя. Но! Бляха-муха. Давай! Блин, быстрей! Чувствую, что она из-под ног сейчас вылетит. Давай. Сохраняй прогресс, нерабочий наш процесс. Так. Угу. А что это нам дало? А вот это слизь. Слепено! И что? Чего, блядь? Стоп, я должен типа успеть добежать, что ли? Да? А. Ну ладно. Опять сохраняшечка. Неспроста сохраняшечки часто дают. Призраки сосущие, хуи несущие, блин. Не-не, дружок, пососи творожок. А меня не трожь, подзалупный творожош. Я конфетки собираю, тебя не трогаю, так ты мразь тупорылая. О, там замок. Замок! Твою мать, подзалупный творожок. Стоп, а нам тут сюда надо? Вот сюда, нет? Или то была б секреточка? Хм. Что-то не похоже это на секреточку, ну да ладно. Так, надо дождаться, пока откроются ворота. Посмотреть, что там. Жалко, ты курить не можешь, да? А чё на людей не действует? Я что-то не понял. Чё за подстава? Типа VIP только для призраков, да? Класс. Бывает. Я так и знал, что это просто секреточка. Секреточка, секреточка. Давай. Отправляемся в далекие края. Там, где нету нихуя. Ну. Ну ладно, ладно. Так, поворачиваем камерой буквами, блин. Какое мега удобное управление. Откуда эта платформа тут появилась, я не пойму.
Блин, я не пойму, тут просто так эти платформы дали? Я-то думал, что что-то необычное, типа. Да что за подстава? Опять? Опять ждать этого гомосека, блин? Для чего? Вот срань господня. О! Секреточка подоспела. Дедушка, гномик, хуёмик какой-то, блядь. Наверное, я не знаю. Ну чё-то через... Через годы, через расстояние. Нет, чувак, пролетай мимо. Пошел в жопу она. Хотел тронуть меня, да? Не, не тронешь ты меня. Меня палка защищает. Эй! Меня подставили! А счет подставил, какого хрена, а? Не понял. Я плакать в углу буду. Возвращайся, дорогой, не пожалуйста. Я хочу выйти. Выйти хочу, братан. О, спасибо. Так. Так, я так понимаю, что я должен прыгнуть, да? Сюда. Сюда. И подвинуть все сюда. Флипендо, флипендо. Да, все. Да флипендились. Последний ингредиент, блядь. Ну. А, не можешь прыгать. Учись летать. Наверное, это и есть ведьмин гриб. Ля, перейдешь. О, мы уже прошли. Класс. Вы опять опоздали, Поттер. Минус 3 балла факультета. Да пошел ты. Может быть, это научит вас приходить вовремя. Я вижу, вы подобрали несколько звезд, но на моих уроках они не имеют никакого значения. Я закончил урок без вас, Поттер. Ученики ушли праздновать Хэллоуин. Можете отправляться за ними. Черт. Гарри, в школу забрел огромный тролль. Он в женском туалете, а там Гермиона. Ей нужна помощь. Мы должны спасти ее. Вот гном-извращенец. Стопе, шички. И одну конфетку профукал. У. Гарри, чем это пахнет? Как убегать, блядь? Ой, блядь. Челлендж, блядь. Блядь. Я думал, я не допрыгну. Ух ты, сука. Пиздец, блядь. Убегать от тролля, это вообще тролльно. Да ебать, насрать на конфетки, я сдохну сейчас, наверное. Блять! Да ладно, я не видел, мать твою, вы чё, мать, ну блин, можно ролик пропустить, нет? Класс. Гарри, чем это пахнет? Чем это пахнет? Да. Да, эпик.
Па-п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 а-
Куда пути ведут? Еще что-нибудь? Не, нельзя. Я же так пытаюсь обустроить свою жизнь магическую. Та-та-та-та-та-ра-ра-па-па-па. Так. По логике вещей. Куда? Сюда. Да ты крут. Ой, блядь. Это было нежданчик. Да, в смысле? Куда я провалился? Вы чё? Чё за фигня, блядь? Я не проваливался туда, в текстуру. Чем это пахнет? Это вообще пиздец. Не, вообще трэш. Блин. У меня аж... нос зачесался. От такого трэша. Так, по-моему, сюда. Ну, это понятно, да. Блять! Так. Так, сюда, блять! Какого... О, Сыванушка? Раньше не было. Чё за фигня? Да. Да, окей. Окей. Да, трешаковый уровень, конечно. Чё там? Ну и чё? А чё ты в Рона бьёшь, идиот? Да не бей Рона, идиот. Вот если бы все по новой, это был бы трэш. В жопу иди. Лучше так позицию держать. Гермиона, с тобой все в порядке? Спасибо, что спасли меня. Он мертв? Кажется, он просто вырубился. Скорее давай выбираться отсюда. Попали, ребята.
Утомленные поединком с троллем, Гарри, Рон и Гермиона вернулись в гостиную факультета Гриффиндор и завели разговор о странных событиях, последнее время происходивших в Хогвартсе. Гарри предположил, что кто-то специально привел в школу тролля, чтобы отвлечь внимание учителей и пробраться в запретный коридор. У друзей не было времени для долгих разговоров, а Гарри нужно было готовиться к матчу с командой Коктевран. Вер, добро пожаловать на матч по квиддичу. Я ваш комит... Я Ли Джордан. Гриффиндор против Коктеврана. Да. Погнали. Итак, играем в квиддич. Это Снитч. Это ловец команды Коктевра. Бладжер. Он уклоняется от Бладжера. Где он? Блин. Да идите в жопу. Да в жопу идите, блин. Поттер догоняет. Потрясающе! Не вышло. Зрители уже на ногах. Давай, Гарри Поттер. О нет, Снитч исчез. Давай, Поттер, не сдавайся. Да знаю я, блин, черт подери. Гарри! Ой, извините, профессор. Он приближается. Так где он? Посмотрите на Поттера. Ой, команде Гриффиндор не повезло. Ой, извините. Вот это полет! Поттер почти поймал его. Гарри Поттер почти настиг Снитч. Ух, чуть не задело. Гарри, еще чуть-чуть. Не теряй его из виду. Да стараюсь, блин. Он поворачивает и промахивается. Зрители уже на ногах. Давай, Гарри Поттер. Ну. Давай, Поттер, не сдавайся. Да твою мать, давай. Да ё-моё, чё за... Бладжер! Осторожней, это Бладжер! Поттера задело! Да блин, где? Он уклоняется от Бладжера! Поттер летит! Он приближается. Поттер уже совсем близко. Посмотрите на ловцов. Цов, он упустил его. Давай, Поттер, не сдавайся. Но... Ух, чуть не задело. Смотрите на Поттера. Он гонится за Снитчем. Слушайте, да достали вы меня. Да ё-моё. Поттер почти поймал его. Потрясающе. Давай, Гарри. Ой, извините, профессор. Превосходно. Есть. Отлично, Снитч у Поттера. Победа снова за командой Гриффиндор. А то бы нас поимели. Меня зовут Ли Джордан. Желаю удачи. Да. Против Коктеврана. Гарри, Рон и Гермиона провели много времени в хижине Хагрида, пытаясь убедить его в том, что ему нельзя оставлять у себя дракончика Норберта. В
конце концов Хагрид согласился. О, зима. Круто. Норберта посадили в ящик, и Гарри понес его на самую высокую башню. Он надеялся, что плащ укроет его от глаз Филча и миссис Норрис. Эй, кто здесь? Так. Теперь у кого-то будут неприятности. Норберта посадили в ящик, и Гарри понес его на самую высокую башню. Он надеялся, что плащ укроет его от глаз Филча и миссис Норрис. Блин, я надеюсь, будет сохранение. Кто здесь? Ладно, ребята, с вами был Денис Кочерга, Казуку Фэмили, до встречи. Всем хорошего настроения. Всем до новых встреч.